Композицию «Гишери», что в переводе с армянского значит «ночь», на главной сцене города исполнила София Захарова из Могилева. Дополнила ее номер хореографической постановкой «Бобруйчанка» Анна Белоусова. Тандем девушек получился ярким и завершенным, поэтому в отборочном этапе фестиваля национальных культур у девушек есть все шансы на победу. На данный фестиваль решила попробовать поехать, потому что я сама по национальности армянка, состою в армянской общине, диаспоре. Соответственно, меня направили представить город Могилев от армянской диаспоры. Если у меня что-то не так, она может вытянуть голосом. И если я чувствую, что где-то какие-то переживания или какая-то тревога, то есть я тем самым на сцене какой-то делаю акцент, чтобы, так сказать, поддержать, работать в тандеме, быть командой. Украинцы, поляки и армяне. После отборочного тура лучшим из лучших предстоит достойно выступить на 13-м республиканском фестивале национальных культур. Он пройдет летом 2020 года в Гродно. Там будут задействованы несколько сотен человек. В отборах же по всей стране приняли участие 2000. Они продемонстрировали историю, обряды и национальную кухню. Люди самые разнообразные, репертуар самый разнообразный. Но нас объединяет одно, что мы живем на одной земле. Мы живем в Беларуси, мы сохраняем наше искусство и в то же время не забываем тех людей и то искусство, которое представляют люди, которые живут с нами рядом рука об руку. Стоит отметить, что движение успело стать традиционным. Вот уже более 20 лет оно блестяще проходит на белорусской земле. Соприкосновение с культурой других народов и отражение разнообразия белорусского общества. Именно такая цель у национального фестиваля. Татьяна Касьян, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.